Здравствуйте, друзья! Мы начинаем прямую трансляцию с очередного матча первого дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Четвертый турнир нового сезона НСФЛ и матч между сборными Воронежского государственного института физической культуры в ГИФКО и дубля сборной Крымского федерального университета КФУ-2. Вчера оба коллектива провели свои первые встречи на данном турнире, и обе команды проиграли матчи. Такие проходы могут взвинтить ситуацию, и удар! Нет, не видимо удара, и более того, фол в атаке. Здесь мяч остановлен, и хороший пас, и самое главное точно, и можно убегать, можно бить! Крюков, передача в штрафную площадь! Никого из партнеров не оказалось, удар! Эффектно. И спасает вратарь! Добивание! Все-таки отличается Денис Крюков. Есть первый мяч. ГИФКО. Чухланцев молодец. Конечно, недоволен сейчас даже. Пробил неудачно, откровенно. Итак. Завершается первая половина. 1-0. В ГИФКО ведет у КФУ-2. Владислав Туркин 17-й. Ой-ой-ой. И это ответный гол. Ошибка вратаря. И КФУ-2 сравнивает счет. Делает это Виталий Кулев. И удар по воротам! Спасает вратарь. Его визави придавить не могут. Удар по воротам, и это гол! 2-1! Отличается Кирилл Злобин, вышедший на замену на 67-й минуте. Так, передача, борьба, и будет удар! Мимо ворот. 2-1, КФУ-2 одерживает волевую победу над ГИФКО. Счет открыл на 34-й минуте Денис Крюков.